Так, всем привет. Как ваша сессия? Ну, наверное, все хорошо у вас. Иначе бы пожаловались. Так, я сейчас не знаю, куда чат деть, на всякий случай. Момент. Нормально живем, живем. А, ну все, хорошо тогда, отлично. А вы не знаете любимую фразу этого Евгения Андреевича? Студент, чтобы развивался, должен страдать. Осуждаем или поддерживаем? Ладно, слишком много интерактива, единицу времени. Да. Ладно, в общем, смотрите. У нас сегодня семинар про логистическую регрессию и про SVM, а еще в него запихнули рок-коробку кривую. По-хорошему, это три отдельных семинара и три отдельных темы. Я предлагаю сделать следующим образом. Я предлагаю поподробнее обсудить лог-регрессию, чуть менее подробно SVM, потому что у нас, наверное, еще всплывет. И чуть затронуть рок-кривую. Почему? Потому что пункт первый, у вас однозначно будет рок-кривая на контрольной работе. У нас ее все строят. Это такой прикольный интерактивчик. Я знаю, что с первого раза будет ничего непонятно, скорее всего. Со второго тоже. И поэтому у вас перед контрольной работой обычно проводится консультация, на которой рок-кривая строится. Если будет все очень плохо, скину прошлогоднюю консультацию. Ее ведет потрясающий препод. Это я. Вот. Там 2 часа нудной болтовни, где я заплетаюсь языком. Вот. Но рок-кривую мы с вами еще построим и не раз. А если будет совсем все больно, вы можете скидывать задачки в чатик. Мы будем на семинарчиках порешивать по стороне рок-кривой. Давайте, короче, начнем. Лог-регрессия. Давайте почитаем, что у нас тут написано. Сегодня мы познакомимся с логической регрессией, узнаем ее особенности, со SVM сравним, вообще задачу оптимизации внутри SVM. Да, классно читаю. Метки классификации, как их выбирать. По-моему, у нас с вами были метки классификации, и мы сегодня по ним пройдемся чуть менее детально. А вот роковую кривую посмотрим поподробнее. Давайте первое. Логистическая регрессия. Что это такое? Что это такое за покемон? Смотрим. У нас раньше была классификация вида склярное произведение, добавить сюда константный признак, чтобы был тут байс. И берем вот этого знака. Ну, кажется, прикольная, конечно, концепция. Типа мы классифицируем наши там, не знаю, давайте на Титанике выжили, не выжили люди. Функция потери такой задачки – это сумма индикаторов. Ну да, все верно. Что такое индикатор? Эта штука равна единице, если условие истина. Давайте подумаем, когда это условие у нас истина. Когда класс минус 1 либо 1 не равен знаку. То есть, если мы предсказываем верно, это нолик, если неверно, это единичка. Ок, да? В лекциях мы обсуждали, что эту идею можно записать в записи отступа. Давайте поговорим. Очень популярная задачка с контрольной работы и с собесов, кстати, тоже. Что означает, что наш отступ очень большой по модулю, но отрицательный. Что, связь совсем прибило, да, ребят? Ладно, давайте тогда поменьше буду вопросы скидывать. Короче, модель сильно ошиблась. Во, красиво. Отличный ответ. Почему так? И всем ли это понятно? Представим, что у нас ответ класс минус 1, значит, у нас и модель верно отвечает. У нас тут минус, снова станет плюс. Вот эта вот штука, отступ, если она меньше нуля, это значит, что мы ошиблись. А если она очень меньше нуля, значит мы ошиблись, а модель еще и в этом уверена, типа, что ответ-то правильный. То есть чем меньше, тем хуже.
Какая проблема у этой записи есть? Ну, дифференцировать ее сложно. Как вы будете тут нравится дифференцировать, да? Ну и поэтому придумывают всякие приколюхи, как это можно оптимизировать. Чтобы можно было там взять производную, а значит, градиентным спуском что-то обучать. Мы помним, да, что у вас градиентный спуск, там всякие градиенты считаются, это производные частные. Что-то тут мы установили, что-то поскачивали, даже что-то порисовали. Давайте, пусть все нарисуется. Смотрим. Вот наша функция потерь синяя. Вот это вот. Ну или вот это вот. На самом деле одно и то же. А вот оранжевая – это вот полученная выше у нас функция. Тут какая-то экспонентная минус отступ. Мы ее минимизируем по параметрам v. Давайте посмотрим. То есть если модель сильно ошибается, то значение этой функции очень большое. А дальше она там убывает, в ноль уходит. Ну, в целом нормально. Для получения задачи классификации логической регрессии 101 шаг немного изменить постановку задачи. Помню, что вы хотите решать мягкой классификации, то есть мы хватаем на то, что является... Ну да. Окей, смотрите, да, мы хотим теперь, чтобы модель возвращала не просто какое-то число, которое мы будем как, не знаю, величину отступа классифицировать, а вероятность того, что при бинарной классификации, бинарной, это важно, сейчас у нас только бинарная классификация, два класса, 1-0, умер, не умер. Хотим вероятность получить. Вот тут задание 1. Почему для решения этой задачи вот такая функция, твой классификатор, это не лучший вариант? Вот задачка очень простая. Ответьте для себя на нее. Ответ следующий. Очевидно, что вероятность должна быть в диапазоне 0,1. Да? Если у вас она не 0,1, то, скорее всего, вас уже отчисляют. Либо вы занимаетесь чем-то комплексным. Не знаю, такое еще возможно, нет. Все равно думаю, что это невозможно. И мы хотим, короче, эту величину, которая может быть на самом деле любой, перевести в отрезок 0,1. Для этого придумали умную вот такую вот функцию. Называется она сигмоида. Рекомендую помнить, как она записывается. Мне проще запоминать первое выражение, первое, потому что не люблю минусы степени. Ну, вам как удобно. В чем прелесть сигмоиды? Мы помним, что у нас берется производная по правилу цепочки, да, то есть сначала внешнюю там производную берем, потом по х. Вот производная сигмоид это вот такая вот прикольная штукенция. Покажем, что действительно так. Давайте покажем. Это сложная задачка. Производная, я предлагаю взять первое выражение, потому что из него еще это и выводится очень легко. Итак, производная частного, это что такое? Это v в квадрате, то есть у нас эта штука в квадрате. Производная этого на производное вот этого. Минус производная ничего, вот этого на производное вот этого. Тут это раскрыто. Что хотим, это как-то пописать подробнее. Давайте так, если у вас есть проблемы с взятием производной у дроби, попробуйте сесть, посмотреть на формулу, руками это посчитать. Суть такая, что мы раскроем эти скобки. То есть это производные. Дальше мы уже раскрываем скобки просто. Получится такое выражение. А эта штука – это 1 минус сигмоида. Ну почему? Потому что тут мы 1 вычитаем. Получается 1 плюс e минус e – это 1 делить на 1 плюс e. Да? Вот такая дробь – это 1 минус сигмоида. Ну и все, красиво. Еще умеем производную быстро брать. Наша функция выше. Где она? Можно это удалить? Вот эта вот функция. При использовании сигмоида вот тут превращается вот в такого динозавра, такого трансформера. Давайте почитаем эту функцию и поймем вообще, о чем это. Рассмотрим четыре варианта. Пусть наш класс – это единица. Тогда это слагаемое будет нулевым. И пусть мы вещаем правильно. Вероятность будет около единицы. Тогда алгоритм этой штуки – это 0. Ну, около нуля, да? Типа очень маленькое. И что-то очень маленькое мы умножаем на единицу. Получается просто что-то очень маленькое.
Ну, со знаком минус, там просто это получается чуть более. Ну, меняем знак просто. Наш алгоритм как ведет? Снизу вверх, то есть эта штука будет меньше нуля. Это вам не очевидно. Загуглите прямо сейчас график алгоритма. Окей, если класс 1 мы правильно предсказываем, эта штука что-то около нуля. Очевидно, что если класс тут 1, а мы говорим, что это класс 0, то сигмоид даст нам что-то около нуля. А алгоритм вот этой штуки – это что-то очень-очень-очень маленькое. В плане уже не по модулю, а по знаку. Это будет там минус бесконечность, условно. Минус меняется на плюс, получаем бесконечность. Большое значение функции потерь. Всем больно, все кричат. Другие два варианта такие же. Только здесь единица вычитается, эта вероятность. Давайте сделаем небольшую паузу. Есть вопросы пока что? Вопросов пока что нет, либо ничего не понятно. Ну ладно, тогда давайте будем идти дальше. Вдруг что стопаете? Эту функцию называют log-loss, или класс энтропии между истинно совопременной и предсказанной вероятностью. Почему? Ну, потому что... Так, можно еще раз. С какого момента? Вот эту вот формулу, да? Давайте еще раз. Что у нас такое лосс-функция? Лосс-функция – это то, как мы хотим штрафовать нашу модель. Мы хотим вот от этой вот функции сейчас, чтобы при неправильном прогнозе вероятности класса от нашей модели значение этой функции было очень большим. Ну и наоборот. И вот пока что просто представим, что мы придумали, вот просто взяли и придумали вот такую вот формулу. И на пальцах объясняем ее корректность. Мы говорим, наша модель предсказывает вероятности. Если вероятность очень большая, значит класс 1. Если маленькая, то класс 0. Мы рассмотрели примеры, что будет у модели, если совпадает с прогнозом и не совпадает с прогнозом. И показали просто на пальцах, что если мы предсказываем неправильно класс, то эта функция будет очень сильно расти, она будет очень большой. А если верно предсказывать, то она будет около нуля. То есть пока что мы просто думаем, что вау, мы придумали прикольную формулу. Вот такие мы ученые. А ниже, вот то, что снизу, да, тут выясняется прикольная связь. Что вот эта вот формула, да, вот самая нижняя, которую мы с вами рассматривали выше, помните, вот эта вот оранжевая кривая, да, она, оказывается, является, так сказать, родственником этой функции, родным братом. Потому что вот эту придуманную сложную функцию, если мы минимизируем, то мы минимизируем и эту функцию. Почему? Потому что мы взяли это выражение, тут раскрыли сигмоиды, там еще что-то поделали, да? Минус повыносили за скобки всякие, логарифмы и так далее, и так далее. Сюда смотрим, тут тоже есть преобразование, тоже со знаками получились какие-то приколы, вот минус тут ушел. И оказалось, что в конце концов эта функция, вот первая страшная, она вот этой функции, менее страшная. Потому что мы рисовать еще умеем, оказывается. А значит, можно минимизировать эту функцию, потому что мы у нее производную умеем брать. А значит, минимизируя эту функцию, мы еще и эту минимизируем. Если это непонятно, почему нам даст классную модель, то вот эта функция понятна, почему она даст классную модель. Она интерпретируема. Поэтому тезис. Мы используем вот эту функцию как лосс-функцию и оптимизируя ее, то есть минимизируя, не оптимизируя, минимизируя, мы еще вот эту минимизируем. Ну и добавляем сюда риш или ласса, как вам удобно.
для регуляризации. Так, больно, не больно? Ну, надеюсь, что нет. Давайте ниже туда пойдем. Лоу-регрессия – это большая-большая тема. И по ней есть такое небольшое summary, которое почему-то не скомпилилось в латех. Поэтому я сюда буду смотреть. Итак, у нас данные – это классы минус 1 либо 1. На самом деле можно и 1 и 0 рассмотреть, просто нужно будет тогда вот тут вот чуть подшаманить, по-моему. И вот тут поставить. Ну ладно, не важно. Короче, можно. Данные минус 1, 1. Это метки, да, бинарная классификация. X – это признаки. По умолчанию мы предсказываем вероятности. Да? С помощью сигмоида. Если хотим от вероятности отойти к метке, то сравниваем вероятность с порогом некоторым t. T выбираем сами. То есть если модель считает с вероятностью 0,7, что это класс 1 или выше, то это класс 1. Параметр t подбирается с всяким там метриком. Обучение – это вот такая вот большая функция, которую мы минимизируем по v. И как было показано раньше, это то же самое, что минимизация вот этой вот функции. Cool. Идем дальше. Метод опорных векторов. Ага, тут уже можно вот сюда вернуться. Нет, давайте лучше здесь картинка поярче. Может, да, вот так вот сделаю. Так. Отлично. Метод опорных векторов – это тоже линейный классификатор, который обучается на идее того, что если наши данные разделимы, то мы хотим поставить такую разделяющую поверхность, которая наиболее удалена от ближайшего представителя каждого из классов. Смотрите, возьмем вот такую вот модель. Зеленый класс, синий класс. Есть такая красная полоса. Понятно ли, какой accuracy будет у этой модели? Один. Верно, потому что у нас все классы находятся по одну сторону от прямой. А есть ли, существуют ли еще классификаторы, как красная полоса, которые тоже имеют accuracy 1? Наверное, если мы начнем сдвигать ее ближе к синей, либо к зеленой линии, там ничего не изменится. Да, у нас accuracy будет все еще один. Так, вопрос в чате. Можно напомнить, что означает слово линейная классификация? Это когда мы на плоскости проводим линию, разделяющую класс. Или что-то путаю. Смотрите, под... есть под термин линейные модели. Линейные модели... В них входит линейная регрессия для регрессии, логистическая регрессия для классификации бинарной, либо потом посмотрим многомерный, и SVM. Вот этот момент опорных векторов. Это класс алгоритмов, который, да, строит гиперплоскость пространства. Поэтому как бы они линейные. Но не нужно как бы обманываться, потому что на самом-то деле... Вы можете добавить ваши признаки, как там, допустим, квадрат какого-то признака или там что-то еще. Или сделать какие-то классные преобразования с вашими данными, то есть методы каких-то дополнительных осей. И ваше решение как бы будет плоскостью, но может быть и не совсем плоскостью, так скажем. Но пока что, да, мы считаем, что линейные модели, линейные классификаторы – те, которые строят просто линейную разделяющую поверхность между данными. Да.
Так можно считать. Как было подмечено верно ранее, для SVM есть куча таких вот красных полос, которые имеют accuracy 1. Вопрос, какая из них самая лучшая, какая будет самая подходящая для общего случая? Вот у SVM есть идея, что это тот случай, когда мы берем синюю точку, которая наиболее близка к нашей красной линии, и зеленую точку, и расстояние между этими точками, конечно, будет одинаковым. Но тут пишут, что мы используем классификатор такой же, то есть знак скалярного произведения. Отступ считаем. Да, отступ – это минимальное расстояние от точек выборки до разделяющей поверхности классификатора. То есть вот он, отступ, да? Что мы делаем? Эта величина, это будет модуль этого V. А почему так? Предлагаю просто поверить на слово. Пожалуйста, поверьте мне. И мы максимизируем этот отступ. Мы хотим, чтобы этот отступ туда и сюда был максимален. Дальше там замечается, что если мы прогнозы все разделим на какую-то величину, то это будет просто шкалирование выходов модели. И тогда вот этот отступ переходит из вот такой записи, вот в такую вот запись. 1 делить на модуль весов. Ну и мы сводим задачу SVM в случае, если данные линейно разделимы, то есть вот в таком случае, вот в такой системе уравнений. Мы минимизируем наш этот отступ. Норма, да. А я что сказал? А я сказал, что? Модуль... А, господи, извините, да, это норма. Извините, конечно, это норма. Извините, я смотрел вот сюда, вот на эти полосочки, понимаю, что это модуль, и думаю, ну, модули, дальше смотрим. Все, это норма, разумеется, да, спасибо. Да, если мы хотим эту штуку максимизировать, значит, мы хотим минимизировать норму наших весов. При этом мы хотим, чтобы на каждом из наших объектов отступ был больше единицы. Почему так? Потому что наш человек, ну, правильно классифицирует наш объект. Но опять же, это в случае, если мы откуда-то вдруг знаем, что наши данные линейно разделимы. Зачастую это не так. Зачастую это не так. И поэтому мы вводим в модель некоторый штраф, то есть сумму штрафов, ну, это, конечно, не эпсилон, но какие-то там иты, с параметром c, которые как бы разрешают нашей модели немножко ошибаться. Ну и понятно, что для каждого примера мы вычитаем вот эти единицы. Такой мини-штраф мы вычитаем из нашего прогноза. То есть мы разрешаем модельке как-то ошибаться. Но эти эпсилон и ты все больше или равны нулю. И вот c — это штраф за неверную классификацию. Тут есть такой пример двух неразделимых выборок. И вот при c равном единице у нас будет вот такая модель. А при c 0,01 вот такая модель. Не знаю, что можно тут вынести интуитивно, но в целом просто показывается, что чем больше c, тем как бы больше штраф за неверную классификацию. Потому что да, мы как бы максимизируем еще большую штуку, но труднее минимизировать. То есть, если будет очень большое c, мы ожидаем, что будут очень маленькие эпсилон и t. Да, отмечу, что у нас тут терминация не только по v, но еще по всем итам. То есть у нас два параметра, которые мы оптимизируем. Эта штука решается с помощью метода логического программирования. Детали обучения, по-моему, на Яде не рассказывают, да и слава богу. Вот. Рассказывают только, что есть вот такая вот прекрасная функция потери SVM, которую желательно знать, что она есть, и желательно даже вдруг когда-нибудь вспомнить, как она записывается, и знать, что, за что отвечает каждый из ее фрагментов. Но вывод этой функции, я думаю, у вас на лекциях не был, и сомневаюсь, что будет. Теперь к цветочкам переходим. У нас тут есть датасет. В нем у нас есть какие-то параметры в сантиметрах
Наверное, какие-то, в общем, тут померили, там померили. Вот Petal и Seattle. Не знаю, что это такое. Ну, в общем, какие-то фрагменты листочков. И мы их меряем. Мы хотим решить задачу кулинарной классификации. Какой это ирис? Такой либо такой. У нас есть таргеты. Это игреки. Бинаризируем их. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Три класса. Мы предсказываем только первый класс. Работаем будем с двумя признаками. Sepal length, Sepal width. Выделяются они в отдельную таблицу. Для нас сам этот код не является чем-то новым. Делаем train test split. Не паримся особо ни о чем. Скалируем наши признаки. Как они у нас строятся на оси? Давайте посмотрим. Видно, что у нас один из классов прям внутри нашего находится. Будет тяжело как-то построить хороший генный классификатор. Наверное, проще было бы вот этот класс классифицировать. Трудная, конечно, будет классификация. Я возьму, можно классы поменять местами. Ладно, у нас там не хватит. Вдруг что-нибудь не получится. А чем мы боимся? О чем мы боимся, скажите? Так, все. Вот так будем обучать модель. Потом, если вам захочется получить более тяжелую задачку классификации, сделайте, поставьте, как было. Пока что у нас сегодня самый легкий день, разгрузочный. Решаем вот такую задачку. Отделяем нулевой класс от других. Итак, берем логистическую регрессию и SVM. Ну, тут SVC, потому что классифайер SVM, супервектор машины. Обучаем обе модели, смотрим предикты и рисуем classification report. Давайте, поехали. А, я понял, почему мы классифицировали другие классы, да. Логично. Ладно, извините, легко не будет. Смотрим. Первое у нас это что? Это log regression. Precision хороший, recall ничего себе для нулевого класса. Для первого класса чуть похуже. Оно и понятно, у нас как бы тяжело. Тяжело. Другие метрики не смотрим пока что. Потому что микро-макро усреднение мы с вами еще не обсуждали. Тут, собственно, не нужно. SVM показал чуть получше качество. Что можно сказать? Хорошо. Recall подрос, хотя на первом классе он уменьшил, ну такой же, да, не очень большой. F1 подрос, почему? Потому что Precision подрос при прочих равных. Можно сделать вывод, что на SVM на текущих данных получше работает. Теперь посмотрим, как отличаются решающие поверхности для алгоритмов. Ну давайте посмотрим. Запускаем эту штуку. Значит так, вот как построил лог-регрессия нашу поверхность. Вот таким вот образом. Все, что ниже она считает треугольником, значит, что выше она считает квадратиком. SVM же подумал, что вот такой вариант будет наилучший. Окей. Что он предлагает сделать ниже? То же самое, что ли? Не вижу отличий, по-моему, то же самое. Теперь он предлагает чуть-чуть поменять разные значения коэффициента регуляризации. В log регрессии у нас вместо альфа делается 1 делить на альфа, то есть параметр c. Давайте посмотрим для разных c, что у нас будет получаться. Ну и как будто бы при 0,01 мы вообще не обучаемся. При 0,05 у нас получается какой-то классификатор. Ну, как будто тоже чуть недообученный. При CF десятки у нас получается вот такое значение. Почему? Потому что, по сути, когда CF десятки, значит, у нас альфа очень маленькая, а значит, мы практически никак не регуляризируем наше решение. А давайте теперь вот с линейным ядром наш C поменяем, то есть значение штрафа для SVM.
Наш все-таки данные не разделим, правда? Сейчас он чуть посчитает. Вот. Что можно сказать? Значения 1 до 10 никак особо не влияют на наши штрафы. Они будут такие же. А вот маленькая C не дало хорошо обучиться, потому что, ну, штрафовали мы слишком слабо. И он подумал, ну, нормально, и так сойдет. Потому что очень много квадратиков он делил. И все хорошо. Нам предлагают сделать те же самые манипуляции с этим про вино. Давайте запускаем ячейки. Это очень интересно. Давайте. Что, я данные качал, что ли? Взяли данные, да, снова все это делили. Таргет у нас снова какой-то один класс. Признаки отмасштабировали, сделали трейд-дес-сплит. Обучили модели, смотрим с коры. Зачем дважды снова, непонятно. Ну и вот на каких там данных про вино видно, что у нас за своем поработал получше. Что-то еще сказать. Давайте про метрики коротко обсудим, до рука у кривой. Accuracy. Количество совпадающих прогнозов модели. Чем плохо? Отсутствие баланса классов ведет к тому, что accuracy не очень честная метрика. Вспоминаем пример, что если у нас константный прогноз единица, а в выборке у нас 90% единиц, то у нас accuracy будет 0,9. Precision. Что это такое? Это true positive на true positive плюс false positive. Это доля верных единиц из единиц. Что такое recall? Это true positive, действительно true positive плюс false negative. Единица от доли всех других единиц, то есть всех прочих единиц. F1 score – это взвешенная сумма. Вернее, это F1 beta даже. Потому что мы с помощью бета регулируем, что нам важнее, причина для recall. Ну и вот нам предлагается вывести на экран для какого-то прогноза модели вот этого, вот так понимаю. А accuracy не определено. Потрясающе. А, потому что я вот не сделал. Логично. Логично. Да. Ну вот нам на примере рандомного такого полурандомной задачки показывают метрики. Они могут от 0,5. Ну, где-то угадываем, где-то не угадываем. Ну и покажем, да, что функция Classification Report те же самые метрики выводят просто в таблицу. Теперь РОКУ кривая. Во-первых, была ли у вас РОКУ кривая на лекции? Да, была. Супер. Все ли вам по ней понятно было? Вроде нормально. Окей. Давайте эту задачку вам задам. У вас есть прогнозы модели. То есть вероятности того, что, ну, пэшки, пэиты, понимаете, да? Выход из сигмоида. Представим, что я все эти выходы вероятности модели возвел в квадрат. Как поменяется РОКУ кривая? Никак не поменяется. Отлично. Почему? Ну, там они же отсортированы вроде по убыванию должны быть. Да, насколько я помню, или по возрастанию, по-моему, по убыванию. И если мы в квадрат их все возведем, ничего не поменяется. Отлично. Супер. Мне очень нравится ваш ответ. Спасибо большое. Признаю, честно, я тоже не помню, как они там сортируются по убыванию или по возрастанию. По-моему, все-таки по убыванию. Я постоянно заново это вспоминаю все в голове, пытаюсь заново нарисовать. Но суть верная. Ответ полностью верный. РОКУ кривая смотрит именно на изменение выхода модели, а не на ее абсолютное значение. То есть она сравнивает одно с другим, а не, не знаю, там, значение самим собой, что-нибудь такое. Как строится РОКУ кривая? У нас берутся две оси. True positive rate, false positive rate. Мы сортируем все-таки, по-моему, по убыванию. Да, по убыванию алгоритма.
Давайте, ладно, построим такой примерчик. Давайте построим. У нас есть true лейблы и predicted лейблы. Мы сортируем, ну, это пара, очевидно, да? Сортируем пешки. Берем первое 0,9. Для 0,9 шла у нас минус 1. Поэтому минус 1 записываем. Потом 0,7. 0,7 это 1. 0,5. 0,5 это минус 1. Ну и так далее. Сортируем P. Тем самым мы переставляем y. Строим единичный квадрат. Начинаем с точки 0,0. И теперь следующее такое простое правило построения. Идем потихонечку вот по этим вот точкам. Считается, ну, такая задачка, я бы сказал, на троечника, ладно, решение для троечника, что мы, меняя threshold, просто смотрим, если они все разные, если все разные. Если получили минус 1, то идем вправо. А если 1, то идем наверх. Давайте посмотрим, что у нас получается. Минус 1 идем вправо. 1 наверх. Минус 1 вправо. 1 наверх, наверх вправо. Мне не нравится, что здесь нарисовано, если честно. Да, мне очень нравится, что здесь нарисовано. Я предлагаю проделать эту задачку на whiteboard. Давайте сделаем вот что. Мы запишем формулу true positive rate. True positive на true positive плюс false negative. True positive плюс false negative. И false positive rate. Это дробь. False positive на false positive плюс false true negative. True negative. Да, true negative. Все, форма у нас в уголочке есть. Теперь строим вот такую вот штуку. Давайте, это у нас будет true positive rate. Это будет false positive rate. Что у нас получается? У нас есть что-то лишнее на картинке. У нас есть таблица. Давайте будем на нее смотреть. Вот она. Давайте-ка я ее перекопирую просто. Что ты хочешь? Вопрос. Чему будет равен true positive и false positive rate, если значение моего порога это 0.99? Это означает, что у нас тут везде минус единицы. Минус 1, минус 1, минус 1 и так далее. Что получается? Чему равен true positive? True positive равен нулю, нет ни одного true positive. Чему равен false positive? False positive у нас равен также нулю, потому что мы не дали ни одного позитивного ответа. Поэтому начинаем мы с точки 0,0. Прекрасно буду рисовать. Теперь пусть наш порог равен, допустим, 0.89. Тут у нас будет тогда единичка, и другие все будут минус единички. Чему равен true positive rate? Он равен 1 делить на 1 плюс. Сколько у нас false негативов? А, стоп, вру. У нас это не true positive. Вру-вру-вру. У нас true positive будет также нулем. Почему? Потому что у нас это не true positive. У нас ответ будет единица, а лейбл минус 1.
True positive все еще 0. Давайте теперь на false positive rate посмотрим. False positive у нас равен единице как раз таки. Потому что мы дали один позитив, и он был неверным. Делим. True negative. Чему у нас равен true negative? Давайте посмотрим. Единица. Потому что у нас только тут совпали минус на минус 1. Поэтому плюс 1. Идем, пусть у нас тут будет единичка. Давайте я Дыкинс это нарисую. Вот тут будет единичка. Тогда мы идем вот сюда вот. Это у нас будет 0,5. Что я лучше? Наша полоса красная идет вот сюда вот. Супер. Убираем. Пусть наш порог стал 0,69. Тут у нас 1, тут 1, и дальше 7 минус 1. Чему равен true positive rate? 1, потому что у нас совпали 2 единички. Делить на 1. False негатив. False негатив – это тройка. Потому что у нас 1 false негатив, 2 false негатив, 3 false негатив. Плюс 3. 1/4. Идем наверх. Вот так. Это у нас 1/4. Угу, понятно. Дальше. Порог равен 0,49. У нас теперь тут 3 единички. Давайте кто-нибудь там посчитает, чему равен true positive, false positive rate. Кирилл, сможете? Вадим, сможете? Пробуйте. Ну да, давайте. Так, давайте. Получается, true positive – это верный положительный ответ, он вроде бы 1 делить на 1 плюс false negative. Это то, что… Сейчас. То, что на самом деле должно было быть негативным, но мы сочли положительным. Нет, наоборот, это false позитив. А false negative – это то, что… единица, но мы это назвали минус единицей. Угу. Ну тогда получается 3, что ли, опять? Да, опять 3, все верно. True positive rate не меняется, хорошо. А false positive rate? Так. Получается 2 делить на 2 плюс true negative это вроде 0. Все верно. Значит, мы идем вот сюда. У нас просто какой-то странный вид она принимает. Она же должна быть выше, чем бисектриса угла. Ну, у нас просто с вами, если мы поменяем метки классов, покажется, что у нас очень классный классификатор. Не туда пошли. А почему не туда пошли? Нет, по-моему, все правильно мы идем. Все верно. Да, true positive rate была 1/4. Он таким и остался. Вот он, 1/4. Супер.
А потом мы типа идем наверху, так вот. Давайте вопрос для гениев. Смотрите. Какой худший случай рок-аук-кривой? Когда 0,5 равно. Да, 0,5. А если у меня вот вопрос такое собеседование? Рок-аук-кривая 0,22. Хороший ли у меня классификатор? Да, там надо поменять просто классы местами. Отлично. А давайте теперь поделаем такую же задачку. Давайте у нас будет... Или не хочу. Ну, короче, понятно ли вам, что если мои метки поменяют знак все, то у нас будет даже очень классный классификатор. И он будет идти выше 0,5, прям будет хорошим. Да, понятно. Супер. Отлично, супер. Неясно, почему тут какая-то получилась. Не... А, понятно почему. Потому что я не запустил ячейки кода выше. Да. Гляньте, мы правы с вами оказались. Даже правильно построили. Что может быть? Может быть, что у вас для одного значения трешхолда, тут 0,2, разные значения классов. Тогда у вас поменяется и true positive, и false positive rate, и ваш шаг будет диагональный. Такая маленькая деталь. Чтобы это отдельно не помнить, и вообще, чтобы делать правильные точки на вашем графике, я всегда вот считаю true positive, false positive rate. Мне кажется, это самый честный подход по построению рок-хоу кривой. Ну, давайте покажем пример, что бывают диагональные шаги. Вот он, видите? Так, вопрос, как рок-аук кривая случайно классификатора выглядит. Вы уже сказали, это худший случай классификатора, это диагональ. Как по рок-аук кривой выбирать порог для бинаризации? Во, классный пример, давайте. Вот это мне нравится. Какая нам больше всего подходит точка по рок-аук кривой? Давайте вот на эту посмотрим. Вот. Давайте Может уже мать быть, красную. Да-да. наиболее удаленная от биссектрисы. Наиболее удаленная от биссектрисы. Ну, чтобы площадь там была побольше. Не, ну площадь это в целом понятно, это вид метрики. Тут скорее, я просто думаю, тоже ли это самое, что хотел я услышать. Наиболее удаленная от биссектрисы. Ну, наверное, да, вы правы. То есть я думал, что вы скажете, что наиболее близкий к углу 1,0, ну, 0,1, в общем, верхний левый угол, да? Ну Тоже ли это да, самое, говорит то же самое. по-моему, то же самое, да. По-моему, вы не врете. Да, все верно. Все верно. Супер. Как порог АУК выбирать порог для бинаризации? Сказали. Да, важно, что рок-аук кривой мы подаем вероятности. Это очень важно. Поэтому нам тут своем сейчас не поможет. Возьмем такую вот штуку. Ладно, что тут построили? Что еще про рок-аук кривую хочется у вас спросить? Что еще хочется у вас спросить? Это, наверное, все. А можно вот спросить? Я, мне кажется, где-то видел запись не рок-аук, а аук-рок. Вот я всегда путаюсь, это реально существует или что-то просто опечатка какая-то. Там О. вероятности, по-моему, по возрастанию сортировались, вот конкретно там. Короче, я такое не встречал, но, по-моему, под фразой АУК понимается площадь. У нас типа рок кривая, а рок АУК это площадь под рок кривой. Но я вот сейчас говорю, а сам думаю, уверен ли я в своих словах. Короче, смотрите, то, что рок кривая это кривая, это прям однозначно. А то, что сортируется по убыванию, тоже однозначно. АУК это, по-моему, просто значение площади. То есть рок АУК это метрика площади под рок кривой.
Давайте, если я вдруг не прав, то я отпишусь об этом, потому Да, что это много было. правда. На лекции Правда, так и да? говорили. А, ну все, тогда все. А что это парюсь? Меня только путаете. Пожалуйста, так больше не делайте. В целом, да, мне кажется, про Кау-кривую мы с вами поговорили. И все, что я хотел вам рассказал. Ну, тут еще есть такой прикол, что есть еще одна кривая, которая бывает строит пути же рекол кривая. Была ли у вас такая тема? Да, тоже была. Во. Я, честно говоря, на практике часто сейчас с PR, ой, это, ну, precision recall кривой, потому что у вас, там как она себя ведет-то? Да у вас, а же как-то у вас вот так вот будет себя вести, да? И вот порой бизнес любит что делать? Фиксировать одну какую-то ось, допустим, давайте мы фиксируем precision, максимизируем прикол, и он вам строит вот такую вот типа полосу, что вот мы хотим, чтобы precision был 0,95, да? 0,95. И вы пытаетесь сделать такую модель, чтобы она как можно дольше, условно, не заходила за эту вот желтую кривую. Вот так вот. Ну, типа по этой вот оси вы выбираете себе порог. Вот тут у вас будет порог, вот тут у вас будет. О, да, спасибо. Ария Андеркерф, да. English, English. Вот что такое аук. Ария Андеркерф, я же думал, when square будет. Ну, square это квадратный, ладно, square это не площадь. Хотя, может, площадь, по-моему, square даже это обозначается. Ладно. Сейчас, извините, у меня что-то диссонанс. Площадь, сквер. Да ну не. У нас же есть square feet, square meter. Это нет такого? Ладно, все, это уже не по теме семинара, я разговариваю сам с собой, извините. Давайте так, есть еще какие-то вопросы к этому семинару? Или ко мне вообще, любые? Можно еще раз выбор порога? Да, можно. Смотрите, мы вот расходили эту кривую. Помните, мы как бы говорили, что какой должен быть порог, чтобы у нас вот этот класс стал 1, а другие стали минус 1. 0,89, например, да? По сути, мы на каждом шаге рога у кривой, меняем параметр threshold так, чтобы у нас менялись здесь метки классов, да? И вот когда вы строите эти точки, у вас для каждой этой точки на самом деле есть значение трешхолда. То есть мы помним, что наш первый шаг был вот таким горизонтальным. Это значит, что для всех порогов, да, мы здесь выбираем t, да, что вот тут для всех порогов от единицы до 0,9 мы как будем вот так вот шагать. Не, нет, вру. От 0,9 до 0,7. Потому что от 1 до 0,9 мы стоим в одной точке. Это у нас от 0,9 до 0,7. У нас будет вот такое вот значение. Ну и вы потихонечку вот подбираете свой порог таким образом, чтобы, да, как было сказано верно, быть как можно ближе к этой точке. Ну или быть как можно дальше от биссектрисы нашего угла. Да, и быть подальше от него вот в эту сторону имеется в виду. Все так, Дарья. Понятно ли? Супер. Мы с вами построим рукоукривую на какой-нибудь консультации перед контрольной работой. Или вы сами построите. Лайфхак. На контрольной работе будет точно рукоукривая, и на ней можно залутать много баллов, поэтому потренируйтесь быстро это делать, чтобы потом не париться на контрольной работе.
Ну и на собесах часто спрашивают, давайте что-нибудь такое построим. Ладно. Вопросов больше не вижу. Всем спасибо, то, что пришли. До встречи через неделю. Всем пока. До свидания. До свидания.